прокват. Я Егер прокват, да, называется. Ворота тут для чего такие? Спасибо. Такой проход. От дождя не спрячься. Да. Крышу бы еще сделали. А вот прикольно, что они еще внизу сделали полоску. Получается. Лужайка, хорошо отдохнуть, посидеть. Ну, тут целое болото. Это черненький уточек? Да, водоросли там сильные. Он мелкий. Да. Здесь, наверное, знаете, какие-нибудь страшные? Клумбочка с какими-то цветами. Вроде ничего не цветет. Большой довольно, я так ухаживаю его. Ну бы да, конечно, могли ну, быть там вот красивее. Цветет. Уже все отцвело. Смотри, сколько много уточек. Тихо. Смотри, сколько много очень уточек. Я даже не знаю, вот это там вот в гап не потом прочистили. Видишь, там даже нечего смотреть, только уточек там он гуси или что-то такие. Поэтому он тоже этот там пруд оказывается, вот около, да, этих гусей целая куча. Ну, наверное, готовится к перелету уже время-то. Хотел сказать, сходи, поснимай. Уточка здесь целая. А там, смотри, тоже вон уточки везде вдоль. Там вот сюда, там гуси, там это не гуси, это гуси. Да, водичка чистая. Ну, не очень глубоко можно перейти. По пояс, наверное, будет. А вон там рыбка плавает небольшая. Здесь вон куча мальков. Аллея какая, от солнца прятаться. Щит какой классный, со львом. Фридрих Франц II.
Здесь тоже что-то написано. Прогулочный катер. Ветерок сильный сегодня. Заборчик покрашен. Озеро, свежесть такая хорошая. Идет ветерок. Еще можно нанять такси. Рикшу, велосипедную. Так, вот этот клен посадили в 1860 году. Здорово вымахал. Сковоречки. Заборчик тоже красивый, шишечками. Ну, где-то так же, небось, сажали его. Тоже в 1800-х годах. Будний день, а народ ходит. С рюкзаками, туристы. Ну, во-первых, мне очень понравилось, конечно. Сейчас как бы, ну, красиво вроде, красиво. Ну, в это же примерно время были. Да. Мне кажется, мы вырывались в лежи, да. Ну, пару недель. Да. Или? Похоже очень. Внизу
пристройка такая непонятная. Серая. Совсем как-то не гармонирует с замком. На минутку зайти, и вот там же. Сейчас зайдем в грот. Елочка. Там блинчика, грот. Двери обычные. Высокие, но обычные. Интересно, ты ручка здесь была или где-нибудь выше? Das heißt, man konnte auch wirklich, auch wenn man mit der Wasser kam, для надежности везде стянуто шинами железными. Когда были в том году, по-моему, здесь уже вода была. Идем дальше. Уба. Тоже клен. Уба. Почему здесь много кленов просажено? Тоже 860-й год. Дерево тоже здоровое. Сейчас посмотрим, записано в каком году сажали. Не удивлюсь, тоже, здесь тоже 860. Ну, так и есть. Ну,
Так, это у нас уже дуб. У 760-й. По-немецки дуб айхе. А штиль — это тихий дуб. Так, это фахерблатбаум гиндго. 160-й год, маленькая. А стоит уже старая какая. Как лианы практически. Так, где табличка от этого? Хинкебуши. Лошадки какие. Водяные. Стоят. Перешагиваем обратно. Музыканты. Что там лазишь? Успел, тот успел. Все, видишь, вы побежали.
крылья реставрируют, что ли? И кто там сидит? Министры и президенты? Ну, скорее всего, да. Министр-президиум, по-моему. Министр-президиум. Наверху он там, да, если такой сидит? Ну, как министр, да? А он там президент. Смотри, кто красиво отсюда смотрит. Ну, да, шлёс. Дома с архитектурой тоже неплохая, львы с кольцами в зубах. Ну пойдем, зайдем. Рыцари, это кто эти? Рыцари? Ну, рыцари, вот один какой-то. Тут написано Нильс Штензен. Ну, пойдем рыцари искать тогда. Где какой-то самый фундамент? Фундамент, да. Кусочек оставили, чтобы видно было, что это фундамент. И ты видишь, они расходятся, сделаны балками, вот эти, Как они, а потом между ними уже заложено. Я не знаю, дорога мне здесь нравится. А здесь что стоят, охраняют? Да, там вот рядом сделано тоже. Переход из одного здания в другое здание. Ну, какие здесь красивые люки, да? Ну, это же тоже... Пушкин посажен, выставка какая-нибудь или... Ну, это вывеска, да? Не знаю, как это. Пушкин штрассы направо тоже. Сколько? 200 кляйт, 189. Рок. Где рок? Какой рок? Там написано. Или что? Ты посетка какая-то, я даже не знаю, что это такое. Может, это который лежит? Не знаю. Дорогой. Не, там як. Дорогой магазин. Ну, 50% редуцирт. Было 190, стало 80. Ну, сегодня лифт какой? Церковь за зданием с этими спрятана. Весь вид только портит. Здание, я писала, что они сильно старые, да, сильно молодыми смотрятся они. Что такие, наверное, тоже старые. Может, еще ну конечно, красный кирпич.
насмотришься уже, ну, таких старых времен больно. Не знаю, почему-то это близко строили. Через 10 минут концерт начнется. Орган. И какая это? Нам быстро, потому что он это через 5 минут типа будет концерт. Мне это нравится, смотри, как он называется. Это плохо называется. Фреска? Фреска, не знаю, это фреска, не считаю. А сейчас солнце так кроет сам, прям. Светится, да, такой, что он красивый? Наверное, камера не передастся. Ну, там картинка эта на стене. Глянуть. Так, это про эту церковь. Сейчас пошлю с Гартену, пойдем погуляем. Орехов куча, да? Растет вдоль озера. И каштаны. А вот орех, это каштан. Рынок. На лодке здесь окушков половить. Это стрелка. На аллею ровно, как по линейке насажали, видела?
Вот председательских сюда гусей, да, чтобы им не скучно было. Собрание. Это готовится к перелету. Кроты, что ли, нарыли ямы? Ну, там шпиль пас, да? Игровая площадка. Там еще один мостик, там, и там он тоже мостик, куча мостиков. Тут жалость, да, мостиков мало. Надо сходить, может, стоит там вот что-то, вот смотри. Ну да, скульптура какая-то. Скульптура женщины. Можно пройти, но через мост перейти. Ну, грибы растут. Это похоже на зонтик. Сухой уже. Может, даже съедобный. Шикарное тоже дерево. И что за такое? Корни? Прикольные корешки выросли. Чего они так растут? Из-под земли тянутся. Как сталактиты. Да надо этих вот деревьев. Вон мостик, дальше. Дорожка, деревья вон. Деревья тут позаняты. Да. Придется вброд переходить, мостика нету. Что, переплывем? Там мостик. Аллейка с скамеечками для отдыха. Там сцена концертная. Утки плавают в пруду.
перекошено здесь все. Аккуратно. Где-то здесь цапля, вон цапля. Приготовилась на взлет. Здесь вода более-менее чистая. Рыбки маленькие плавают. Не знаю, видно, нет. Не щелкаю клювом, я обхожу. Здесь уже тополиная роща. Father.